Ленты в якорях, тельняшки и Андреевский флаг. Накануне, в последнее воскресенье июля, в их цвета окрасилась площадь у мемориального комплекса «Родина-мать». Здесь отмечали День военно-морского флота, который имеет очень богатую структуру. Надводные и подводные силы, морская авиация, береговые войска, яркими представителями которых являются черные береты, морские пехотинцы. И казалось, что все они были достойно представлены на этом празднике. Очень гордимся службой. Служба пошла вообще замечательно, шикарно. Не жалеем, что служили. Обратная охота. Каждый год я сюда прихожу, встречаю друзей и вспоминаем с радостью годы службы. В этот праздник я становлюсь моложе, аж на 40 с лишним лет. Мне 18. Я вот горжусь тем, что именно вот, как говорится, именно в такие войска попал, именно что вот морское. Всегда казалось, спокон веков, самая красивая форма одежды – это у моряков. Я бы хотел тоже служить на корабле в Тихоокеанском, потому что мой папа моряк, и мне так охота туда. Справляются праздники, день ВМФ. У меня вся семья моряков. Сын на Тихом, а внук на Черноморском. Осталось только нашему внуку покорить еще Северный флот. Мы дети российского флота, морская пехота стоит на страже родины своей. Раз.